Зараз з нами організатор виставки «Крим – це Україна», яка стартувала 6 грудня в чину імені Петра Могили, Вадим Юров. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Що ж, знаємо, що виставка вже стартувала. Як вона була довгоочікувана? Ви знаєте, це повторення вже названня «Крим – це Крим – це Україна», тому що перша виставка пройшла в муніципальному залі, там було около 80 робіт. Сейчас совершенно новые работы. Есть авторы, которые повторяются, но работ, которые повторяются, практически нет. И мы ее открыли на День Вооруженных Сил Украины. Было очень величественно, очень празднично. И знаете, когда зашли воины АТО, хотелось плакать просто. Мы подготовили небольшой видеоряд по выставке. И хотели бы сейчас показать нашим телезрителям. Вот. Здесь представлены работы, которые участвуют в выставке. Я так понимаю, это разные авторы абсолютно. Так, а авторы из всей Украины, чи из всех мест, там, может, из Миколаева есть, чи из Крыма, может, есть. Какие авторы? Значит, здесь представлены все украинские художники, все заслуженные народные художники Украины. Также представлен ряд художников из Крыма, которые поддерживают именно украинскую государственность, которые говорят, что Крым – это Украина. И, естественно, они все мои друзья, и мы с ними работаем, продолжаем работать и будем работать до полного, так сказать, статус-кво на территории Крыма украинского флага. И сегодняшняя выставка, она просто говорит о том, что вся Украина, она едина. И эта выставка говорит всем крымчанам сквозь сотни километров. Мы с вами, вы не забыты. Крым вернется в состав Украины. Он был в составе Украины и будет в составе Украины. И эта выставка, это как бы вот как наглядная агитация, что мы действительно, мы все вместе. И крымско-татарский народ, и люди, живущие на территории Крыма, мы вместе. Художники, которые там представлены, и заслуженный художник Украины Шаповалов, и Анатолий Шаповалов, и художники из Харькова, и художники из других регионов Украины, из Винницы, из Киева. То есть целый ряд и целая плеяда выдающихся украинских художников. Как проходила подготовка и непосредственно выбор тех работ, которые будут участвовать? И треба было, чтобы окремо домовлятись с каждым художником, чтобы он, ну, дал свою работу на выставку. По соответствию тематике. Вы знаете, в первую очередь, это, конечно, профессиональный уровень. Это показать пейзаж или отношение к Крыму. Это, в первую очередь, показать такую картину нужно было выбрать, чтобы, ну, знаете, есть такая фраза, чтобы она не сползала со стены, чтобы было великолепное зрелищное состояние картины. И большинство этих картин, хотите верьте, хотите нет, они обладают арт-терапией, они лечат. Это игра цвета, это перепад, это перспектива, это воздух, это состояние. Вы приходите туда, и такое ощущение, как будто на вас брызги из моря идут. Мне кажется, неимоверное ощущение, еще учитывая то, что большинство из этих работ писали с натуры. Да. Вот, и эти пейзажи действительно существуют. Это пленарные работы практически все выдающихся украинских художников. А до какого числа взагалі буде проходити выставка? И в какие дни можно сходить и подивитись на картины? Ну, насколько я знаю, где-то до 15-20 января. Угу. Ну, по режиму работы галереи, там воскресенье, выходной день, а так с утра до вечера бесплатно. Я приглашаю всех жителей Николаева и гостей посмотреть, насколько прекрасна украинская крымская земля. Что ж, мне хотелось бы еще узнать, насколько долго проходил сам процесс подготовки, сбора работ? Вы знаете, сбор работ проходит постоянно. Угу. Он не прекращается, потому что тематическая выставка «Крым – це Україна» будет проходить не только в Николаеве, это вторая в Николаеве, она будет проходить в Одессе, в Кировограде, в Киеве. То есть мы добьемся того, чтобы все галереи в каждом городе организовывали эту выставку. Это напоминание всем, что нужно показывать крымскую, украинскую землю, нужно об этом говорить каждый день. Вы знаете, как когда-то, 2000 лет назад, в Древнем Риме один сенатор каждое свое выступление начинал с фразы «Карфаген должен быть разрушен». Так вот, каждое утро, просыпаясь, я как бы для себя говорю «Крым – це Украина». Угу. Каждый день.
А для тех, кто хочет еще присоединиться к выставке, есть такая возможность или нет? Возможно, это начинающие художники, они имеют можно возможность подать принять работы. Участие. Я вам хочу сказать, что можно, но для этого работа должна отвечать определенным стандартам, она должна быть высокохудожественного уровня, она должна отражать характер выставки, чтобы она не выпадала из общей концепции этой выставки, и чтобы она была достойно представлена. И поверьте, когда мы делали выставку в муниципальном зале, угу. то там были представлены николаевские художники на очень высоком уровне. На очень угу. высоком. Формат имеет значение для участия или же Нет. абсолютно никакого? Ни звание, ни должность, ни размер картины никогда не играло роль. Играло роль желание художника участвовать в этой выставке, любого художника. Угу. Ну и, конечно, высокохудожественный уровень работы. Но это очень сложное решение определить, насколько качественная работа сделана, насколько написано. Кто это определяет, вот, по каким критериям, собственно говоря? Галереи, что... в первую очередь. Угу. Смотрят и говорят, достойна эта работа быть или недостойна. Кроме масляной живописи, еще планируется включать какие-либо техники? Вы знаете, я вам хочу сказать, что техника акварели намного, сложнее, чем масляная живопись. И только тот художник, который прошел масло, может подойти к акварели. И хороший акварелист – это выдающийся художник. Хороший акварелист. У нас Завгородний был таким великолепным художником. Великолепным. У меня есть его великолепный. То есть и акварель планируется тоже к участию? Конечно. Хотелось бы еще узнать о том, если все-таки из наших телезрителей кто-нибудь решится поучаствовать, куда он может обратиться и каким образом это сделать? Он может подойти в галерею Черноморского университета Петра Могилы, угу. передать все свои пожелания, их передадут мне, и мы скоординируем наши действия на будущее, на перспективу. Проблем нет. И в планах какие дальнейшие выставки планируются? В каких городах будет все это происходить? Вы знаете, мы, это пока так маленькая тайна, но мы готовим в Киеве. Выставку ага. «Крымцы. Украина» более широкомасштабную. Там просто проблема с галереями очень угу. большая, чем... там есть... Загруженность большая или в чем дело? Загруженность огромна. Угу. Настолько огромна, что очередь на 1.5-2 года вперед. Ого, ничего себе. Да. В Кировограде мы планируем, в Кропивницком подобную выставку, и готовим выставку в Одессе. Но каждый раз, когда в вашей галерее будет, переходить из одного города к другой, будет пополняться новая работа? Постоянно новая будет. Угу. Что-то будет лучше из старого, и постоянно что-то новое. То есть мы постоянно идем вперед. Ну, хочется пожелать вам удачи в дальнейшей да. своей реализации своих планов. Хороших работ, хороших авторов. Спасибо. И самое главное, соответствие тематике вашей. А я, пользуясь случаем, приглашаю всех николаевцев посетить эту прекрасную выставку.